Этим юным футболистам не до компьютерных игр. У них реальные битвы за победу. И даже во время летних каникул в лагере не выпускают мяч. Сейчас разминаются перед краевыми соревнованиями. Ездить на соревнования, получать медали, увлекаться спортом. Они как другие сидят дома и жирнеют. Работа пришкольных лагерей в самом разгаре. В летнем расписании школьников сплошные развлечения. Конкурсы, познавательные викторины и планшеты с сотовыми телефонами. Мой маленький дом. А, ну то есть он, его нужно кормить, да? Или да, что? Играть с ним. Чтобы он рос. В туалет его водить, чтобы он спал. Свои гаджеты дети на время отдыха дома не оставляют. Приносить с собой сотовые телефоны и планшеты воспитатели не запрещают. Мы им просто говорим, или уберите планшеты, или отключите планшеты, сейчас будет мероприятие. Приготовились? Начали! Но развивающие программы приходится пересматривать. Большую часть мероприятий проводят на свежем воздухе, чтобы дети вспомнили, что играть можно не только двумя пальцами, тыкая в планшет. На улицу они идти не хотят многие. Им лучше, особенно старшеклассникам, вот шестой класс сейчас на спортивной площадке, им лучше поиграть в телефон. Поэтому мы стараемся организовывать для них пионербол, волейбол, баскетбол играют. Поэтому в течение игры они забывают про свои телефоны, а потом снова за телефон берутся. Но дети уверяют, родителям не за что беспокоиться. Играют только когда скучно. Вот что интереснее, вот в планшете играть или вот здесь? А почему все-таки? Ну не тянет раз. Потому что ты сидишь один и играешь в планшет только один. А здесь ты проводишь с друзьями время. Что ты узнаешь новое? Да. Но все равно с собой приносишь. Развиваешься. Чтоб для связи. Сегодня у харольской команды сильный соперник. Уссурийские футболисты один за другим забивают мяч в ворота. Местные спортсмены проигрывают с большим отрывом. А значит, это повод увеличить количество тренировок, а не сесть за компьютер. Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни как детей, так и взрослых. Компьютерные игры хоть и затягивают, но все же действительность впечатляет больше. Даже в роли болельщиков. Арсенал! Арсенал! Ольга Скрипникова и Максим Малыгин. Панорама.